Касым-Жомарт Токаев принял решение декриминализировать статью 130 Уголовного кодекса Республики Казахстан о клевете. Об этом он сообщил на втором заседании Национального совета общественного доверия. Член Нацсовета Айман Умарова считает своевременными эти изменения в законодательстве. Известный адвокат считает, что переход 130 статьи из Уголовного кодекса в административный позволит тем, кто был осужден по этой статье, пойти под амнистию либо сократить сроки их осуждения. Но пока данные изменения не вступили в силу, обсуждение перейдет в парламент. Также глава государства предложил отказаться от формулировки возбуждения и использовать вместо нее более точное юридическое понятие «разжигание». Кто-то говорил, что у 130 статьи нужно декриминализировать только первую часть, но это неправильно, потому что журналисты относятся ко второй части, где говорится о работе с информацией. Поэтому первая, вторая, третья части статьи, все они подлежат декриминализации. Думаем, что в парламенте нас поддержат. Возможно, и в 174 статье будут сокращены сроки осуждения. Мы поддерживаем ту позицию, когда каждый должен говорить свое мнение, и журналисты в том числе.